Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года подвели 24 октября. В правительстве Омской области встретились представители профильных ведомств, районных администраций, председатели межведомственных комиссий по организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, а также начальники детских оздоровительных и палаточных лагерей. Оздоровительная кампания этого года летняя прошла в штатном режиме. В реестр было включено 589 организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Это 515 лагерей с дневным пребыванием детей, это 30 загородных оздоровительных лагерей. В реестр было внесено 7 санаторных учреждений, 29 палаточных лагерей и 8 туристских походов. Татьяна Руденок отметила высокий уровень организации оздоровления в Знаменском, Полтавском, Одесском и Тевриском районах. Самыми интересными и запоминающимися для детей стали профильные смены – спортивные, культурные, КВНовские, туристские, патриотические, научно-исследовательские. На них ребята смогли не только хорошо отдохнуть, поправить свое здоровье и подышать чистым воздухом, но и проявить себя в творчестве, спорте, продемонстрировать свои интеллектуальные способности. Мы провели смену юноармейцев. Она детям очень запомнилась. Она была короткая, пятидневная, но в этой смене дети научились маршировать, научились пользоваться оружием. И большое спасибо, наверное, хочу сказать, что нам всегда помогает наша пограничная застава в этой проведении смены. Также провели смену волонтеров, смену РДШ и спортивную смену. Отзывы очень хорошие. Мы смогли создать безопасные условия для оздоровления детей. Это, наверное, для как у меня председателя комиссии, для всей комиссии, это самое-самое главное. У нас вообще нынешний год является юбилейный. Нашему лагерю в 2019 году исполнилось 45 лет. То есть нам удалось к этой дате сделать много хорошего в плане укрепления материально-технической базы оздоровительного лагеря. Также много мероприятий провести значимых на территории лагеря. И вообще у нас, я считаю, в этом году оздоровительная кампания прошла на ура. В общей сложности летом этого года в загородных и пришкольных лагерях Омской области отдохнуло около 70 тысяч детей. Еще для 5 тысяч ребят будет организован отдых на осенних каникулах.